Евген, а что ты ожидаешь от экспедиции? Ожидаю много грязи, много эмоций. Первый квадрик мы в лучшем случае поймаем в столбах деревянных. Анатолий, как ты думаешь, кто сегодня утонет? Я. Будет круто! Ой! Один не пройдет. Нет 9 человек. Отсутствует. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нет, эта экспедиция была хороша. Время 7, уже все на конях. Все стартует. Вычистил. А штурман-то бухает. Послушайте, у нас нет таких. У нас все, кто? Бухают, оставят его в той яме. А мы что делаем? Мы культурно отдыхаем. Культурный отдых. Я вот думаю, как ты считаешь, мы сможем сегодня через Сережу переправиться? Ну, если не переправиться, то можно. Ну, ты готов плыть. Едут. Серьезно, едут, то они едут сзади. Они решили тоже объехать. А кто все самые лучшие, они где-то там едут. Александр, что случилось? Забуксовали. Да. Двое. Кто это? Женя, что, почему так долго? Застревает, вытаскиваем, помогаем. Все, никак не можем забросить товарищей свои. Мы-то едем, у нас все хорошо. Стоп, еще раз. Нам нужно сейчас спуститься вниз. Стреляй! Смотри, сумасшедший у нас какой. А здесь рыба есть? Здесь не проедешь. Четыре километра будет вперед. Все понял. Да. Поехали! Погнали! Погнали! Митя, все нормально? Все отлично. Мы просто переживаем за тебя. Да, отставал-то да, я. А, ты отставал? Кому из тебя того грустно, что ли? Идем как надо. Потихонечку, все аккуратненько. Слава богу. Но нет 9 человек. Отсутствует. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Батон ТВ рулит, лайков много. Дорогие друзья, вас любят.
Гараж 66, правило. 5 за это, про это. Про что? Про камеру. Как я сейчас мяча. Камеру ставил, мяч разрезал, был нормальный мяч. Думаю, чтобы передок плавал, думаю, надо создать плавучесть. Взял камеру, засунул туда, где радиатор был, качал, он как... Я его выкинул, все. Но самое главное, чтобы была плавучесть, должна быть текучесть. Текучесть у нас... Так что поплывем как надо. Да не ругайтесь уже! Пип-пип! Батон ТВ, извините, ставим лайки, спасибо за интервью. Вообще бомбился. Немножко, здесь очень оказалось глубоко, 2 метра просто. Алексей не успел газ дать, перепрыгнуть. Да, с половины, да, Миша? Убираю. Вообще лучше без него поехали. Да нет, там никакой воды. Бабочки. Иди, откачивай губки. Бабочки еще с прошлого года. Отсасывай. А что там за колба? Какие-то анализы. Не-не-не, это для анализа, да, аккуратно. Продолжается дальше по неизвестным местам, как бы мы дальше едем, понимаем, что дальше не знаю, что нас ждет, как бы эти, как там бегают эти лесные звери. Все бегают. Так, а так дальше мы едем по воде, по грязи. Давай, Сергей, покажи дорогу. Нет, насколько мы видим. Просто, понимаем, что какая-то жопка наша дальше ждет. Анус. Большой анус. Как там? Мир вокруг, спузу вперед. Сфинксу прямо по кубу. Виноват. Что случилось, Алексей? Я же сказал, там дороги нету. Зачем ты повелся туда, а? Сусанин, ты старый, а? Сказал же нету. Сергей, там дальше есть дорога? Ага, есть. А серьезно? Я очень устал. Очень-очень. Сталин. А вы до куда доехали? Я вообще кто-то доехал, батя. Да что-то до середины, наверное. Как тебя увидел, так и обратно поехал. А как я тебя увидел? Молодец. Самый чистенький. Расскажи нам про него, Алексей. А вот у тебя сейчас аккумулятор сядет, бать. Ой. И как делать? Силкачат не заведет, а у Ямаху-то. И вообще так с трудом она заводится. А еще с аккумулятором севшую.
Да. Может полить? Да, да. Вот, не-не-не-не-не-не-не-не. Эту канцероген не надо. Мы горимые. Ну вот уже вторые сутки пути. Олег, как вы, кайфуете или устали уже? Я вообще кайфую. Сейчас у нас будет очень сложная переправа, друзья. Это называется какой-то некий Петров мост. Кирилл, ты был там? Так, я даже знаю, в честь кого он называется. Там в прошлый раз Петров мост утопил квадратный круг. Товарищ Петров? А? Сам товарищ Петров? Да. Толстый! Мы сейчас готовим... Тут Верби, да, всеми любимые, да, конечно, техника превосходства. Споров нет никаких, конечно же, это БРП. Преимущество, сам блокирующий дифференциал, ничего не надо делать, ничего не надо нажимать, ничего вообще не надо делать. Но тащит его, к сожалению, старый добрый Гризли. Та самая 700-очка, которая уже тащила не один такой Берпи, она тащила и Полярисы, она таскала и Берпишки, да, пускай там что не хотят, то и говорят, что там Ямаха курит или еще что-то, да, но на самом деле вот сейчас вот никто не захотел тащить Берпишку из говнеца, а Ямаха это сделала. А, вон шеф, да, шеф тоже на Ямахе, сейчас что-то скажет нам. У нового Берпишки ключ потеряли, и ты же знаешь, вот это вот постоянные споры, что круче, БРП или Ямаха? Я уже их не читаю. Не читаю. Мне все равно. Ну, понятно. Вся техника хороша. Каждый улик свое болото выпаливает, кому чего нравится. Едем, и слава богу. Да, Гризли, конечно, красавчик. Ну, там Гризли, и слава богу. Кстати, ни разу не подводил, да? Мы его масло меняли сколько раз. Ну да, да, мочили там, затопляли, ничего страшного, да? Да. Главное, здесь включать у нас нет никаких, да? Никаких. Если вот зажигание потеряем, то мы просто контакт можем провод. Красный провод вот такой, да? Связать там. Замки поехали дальше. Батурить все снимать. Что-то какие-то трудности, да, Лёш? Возникли небольшие трудности. Сейчас все разрешится. По-моему, кто-то застарел. Чуть-чуть. Газку! Не. Быстрее давай, мощнее. Кирилл, подтягивай лебедку, подтягивай, выезжай. Выезжай, братан, все нормально будет, выезжай. Едем. Мне это не интересно. Евгений, вы сейчас хотите проверить глубину? Да. Давайте, мы сейчас где находимся-то? Петров мост, мы добрались. Ага. Сейчас будем проверять, если мы сможем пройти. Да, конечно, смотри, мелко. Там течение, ничего страшного. Главное загрузить квадросы и ехать. Чем вы? Прям унесет сразу. Да ладно. Да. Ты поедешь первым. Пойди, зайди. Ты сейчас вот там будешь. Туда не хочу. Помыть. Дай помочь. Во, езжай туда, во. Съезди туда обратно, покажи им, а. Я проходил уже. Подъедьте к нам. Веревку дайте. Да, дайте. Ну вот, собственно, наша некая переправа готова. Я пытаюсь сейчас по ней пройти. Вот здесь вот самое большое течение, вот здесь. Вот здесь, вот. Вот где я иду сейчас. Самое большое вот здесь. Здесь самое большое, да? Да, да. Первый квадрик мы в лучшем случае поймаем вон в столбах деревянных. Веревка 400 килограмм не выдержит, она разорвется. Так, у кого еще есть веревки? Веревки есть? Слышал, надо за веревку зацепить крючочек. Короче, что здесь? Пока не проверишь, не поймешь. Кирюх, давай. Кирюх,
Кирилл, ты что делаешь-то? Я вообще грызу квадрик держу, спасаю его, страхую. Что, едет? Спасаем квадрик. Вот мы переправились через речку, вот поедем канатом и троса. Вот наша команда пошла назад, сейчас будет следующий агрегат тащиться сюда. Сейчас я все подсниму. Альберт, как ты? Как ПТУшник. Красавчик. Это похоже на переправу вьетнамцев через речку Ганг в Индии. А, индейцев. Смотри, сколько индейцев. Я обнимаю своих родных. 3 мая. Друзей, подруг. Саня, что скажешь за переправу? Страхово. Сергей, как сегодняшняя переправа? Ну, очко, как оно вот так сузилось, так никак не разожмется даже чуть-чуть. Но... Правильно, чтобы воду не пускать. О, да-да, как мы ходим. Главное, виноград не застудить. Стой! Останься, есть работа. Давай с места! Следующий с места, давай с места! Другую! Газанешь чуть-чуть и все, и пройдешь. Конечно. Вот одно место только здесь, Сергей. Левее, нормальное такое приключение. Мы устроили переправу через речку Сережу, да, натянули веревки, и это как страховка нам. Течение очень сильное, и переживаем за то, что квадрос может просто стащить и утянуть туда в реку. Женя волнуется очень сильно, он надел шлем, и поэтому, но всех больше переживает Кирюха. Кирюха думает, что сейчас его посадят в самую холодную воду, смотрите, как он переживает. Кажется, ничего не случилось, у них все нормально. Сейчас Женек влупит полный газ и отвезет на ту сторону гастарбайтеров из Китая. Ой, да это видео. Все собрались ехать, Кирилл, а ты почему остаешься? Мне здесь очень нравится, я не тороплюсь. Оттягиваю момент расставания с этим прекрасным местом. А тебе не надо бензин, да? У меня почти полный бак на самом деле. Я залил. Последний день экспедиции было очень круто. Здорово. У меня нет слов. От этого райдера 2 дня уже. Человек как вырвался из дома, ни разу не пил. Надышался свежим воздухом. Кислород, переобогащение мозга, Сань, его врубает. Подойди. Ему надо поспать. Его врубает. Надо что-то с ним делать.
Сергей Бадурин. Помой ноги. Видно, что не монтаж имеет. Монтаж имеет. Да, сразу кордовая заплата. Двойная. Сразу видно, что монтаж имеет. С двух сторон. Вообще не жалеет. Да ладно. Подожди, сейчас вода маленько сольется. Ручки просто в сторону раскинь, да. Иди. А вот сейчас здесь может быть ямка, аккуратненько. Жень, смотри, вот вон видишь с левой стороны срезанный пенечек, с левой стороны. Это твой ориентир туда, да, вот и все, иди к нему. Влево. Левее, вот где. Жень, попробуй полено, вот сейчас смотри, полено. Тебе нужно сделать еще... Ну, а ты что в руках-то? Да! Смотри. Да и держи, используй его как палку. Во! Бадурин, тебе все понравилось? Все довольны, да? А кто не столь доволен? Бадурин. Бадурин недоволен? А что Бадурин недоволен? Не утопил. Кого, гризли? Да. А что, долго что ли? Давай развернем его сейчас вот только. Нет. Эта экспедиция была хороша. Че? Ночлегом что? Ночлег бомба.